откроются судебные приставы. Как огня боятся этой фразы 100 должников по штрафам за административные правонарушения по линии ГИБДД. Это только те, чьи правонарушения, а именно езда на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, оценивается в 30 тысяч рублей. Судебные приставы провели совместный рейд с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения в одном из районов города и пришли не с просьбой оплатить штраф, а описать имущество, которое с торгов пойдет на погашение долга. В основном они все выписаны судами за вождение в нетрезвом состоянии. Больше половины мы над ними работаем. В основном мы проводим мероприятия такие, как арест счетов, списание денежных средств со счетов, арест имущества, с дальнейшей реализацией данных имущества вводим торги и на торгах реализуем данное имущество. Также устанавливаем на удержание постановление с заработной платой, то есть и те должники, которые работают, получают пенсии. На этот раз под прицел попали припаркованные авто. Органы имеют право на арест этого вида имущества, так что вероятность остаться без машины у должников достаточно высока. Помимо ареста авто есть еще масса способов в случае неисполнения предписания взыскать штраф. Хотелось бы водителей и граждан объяснить то, что административный штраф в неуплаченные сроки влечет наложение как по статье 20-25 части 1 Кодекса административных правонарушений, так же по линии судебных приставов. То есть хотелось бы гражданам объяснить то, что все-таки установленные сроки производить оплаты. ГИБДД напоминает, что заплатить не полный штраф, а только половину можно, если поспешить, то есть уложиться в 20-дневный срок. В случае задержки платить все равно придется, но уже полностью. Если не хочется, к должнику могут постучать в дверь и сообщить: «Мы идем к вам».